Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, канал на Ютубе Игры ВКонтакте с вами. Мы сегодня обозреваем игру World Poker Club. Категория игры настольная. Ну, в принципе, игра для людей, которые имеют хоть какой-то азарт. Ну что, давайте поиграем в игру. 6 миллионов и 200 тысяч человек, участвующих в этой игре. Давайте и мы станем. Запуск игры. Запускаемся. Вот так вот. Запускаемся. Ожидаем. Ждем пока что. Ждем. Ну что, ребят, мы запустились. World Poker Club ждет нас. Спасибо, мы ждали вас. Отлично. Начать игру. Hold them. 8-9. Нас встречают карты. 8-9. Давайте добавим десяточку. Ребята, расскажу немножко о интерфейсе. Смотрите. Вот здесь снизу находятся ваши друзья. Непосредственные. Вот здесь находится панель управления, когда вы играете. Чек – это продолжить. Бета – повысить. Call any – добавить больше. Fold – слиться. Ну, скинуть карты. Также, помощь по комбинациям. Вот есть кнопочка. Если вы не умеете играть в покер, вам подскажут комбинации. Вот я сливаюсь, потому что у меня ничего нету абсолютно. Вот есть комбинации. 3, это когда 2, 3, 4, 5, 6. Короче, это 5 карт, которые идут по... Как это сказать? По последовательности. То есть от 1 до 5, например. От 2 до 6. От 3 до 7. От 4 до 8. Вот как-то так. Street Flash. Это получается то же самое, идет по порядку, только одной масти. Каре, это когда вы собираете 4 карты одинаковой масти. Нет, просто одинаковые 4 карты. Две пары, это когда, например, 2 вольта, 2 туза. Full House, это когда вы собираете тройку, можно так сказать. Так, я остановился на том, что такое Full House. Это тройка. Нет, Fold. Full House – это тройка. Тройка – это, получается, три одинаковых карты. Например, три вольта. А Full House – это пара и тройка. Пара – это 7-7, 7-8, ой, точнее, 8-8, 9-9, вот так далее. Разные комбинации. Flash – это любые карты одной масти. Любые карты, абсолютно. Все равно. Ну, сет, также сет, я вот сказал, что тройка, это, например, это тоже три одинаковых абсолютно карты. Именно три не по масти, а три по званию карты. А сет, это то же самое, только называется он по-другому. Сет и тройка. Просто в Poker Shark такая комбинация, вот это вот. Сет называется тройкой, а сейчас он называется сетом. Ставим ставку. Также есть старшая карта. Ну, например, у меня старшая карта 10. О, кстати, у меня десяточка есть. Замечательно. Ждем. Ждем. Еще раз ждем. Так. Чек. Продолжаем игру. Так, давайте повыше. Все, теперь комбинацию выбираем. Так, замечательно. Добавляем, ну, так как мы играем абсолютно с вами, нам ничего не жалко. Король, у него... А, вот, видите, то, что я говорил вам. Это, получается, у нас рояль флэш.
да. Нет, не Royal Flash, а Street. Все. Не будем больше играть. Сейчас пробежимся кратенько по... Встать, выйти. Так, смотрите, ребята, вот здесь у вас ваши фишки. Это простые фишки. Это респекты, которые вам дают за игру. Это уже монеты, которые вы покупаете за вашу валюту. Также есть умная посадка. Комната холдем. Амаха. Sit and go холдем. Шотоут. Турнир. Недельный турнир. Ну, это все по вашему желанию. Что вы захотите, то и сделайте. Также можно купить фишки. Колесо фортуны. Крутится оно, по-моему, бесплатно, если не ошибаюсь, первый раз. А нет, не первый раз. Давайте прокрутим. Я выиграл 3000. Давайте еще прокрутим. Ой, я еще выиграл. Давайте еще. Все, проиграл. Ну что ж, друзья, с вами был, как всегда, канал на YouTube Игры ВКонтакте. Сегодня мы делали обзор на игру World Poker Club. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.